синчао, что означает на вьетнамском языке «здравствуйте». Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Лайкни мир». Это новый канал про самостоятельные путешествия. Мы путешествуем по миру самостоятельно, снимаем все, показываем вам и тем самым погружаем вас в жизнь невероятную, которая происходит вокруг нашего путешествия. Друзья, смотрите наши видео, будет очень много всего интересного. Поехали! Итак, друзья, мы приехали снимать эксклюзивный видос. Проехали 120 километров на байке. Задницы квадратные. И сейчас дальше я расскажу, куда мы приехали, куда мы так долго ехали. А приехали мы сегодня к горе, которая называется Черная Леди. Чем эта гора необычна, я расскажу чуть попозже. А пока посмотрите на нее. Вот, видите? Вот это огромная гора и называется Черная Леди. Итак, друзья, ну а теперь, чем же эта гора так интересна? Да тем, что это единственная гора здесь, в Южном Вьетнаме. Мы сколько ездили, объездили от Меконга, сейчас находимся практически на границе с Камбоджей. Это первая гора вообще, которую мы встретили. Это бывший вулкан, он уже потухший, слава богу, он не опасен. А высота этой горы 1 километр над уровнем моря. Она огромная, просто когда ты едешь по равнине и видишь ее еще вдалеке, ты просто диву даешься. Ну, это что-то реально необычное, потому что весь Южный Вьетнам – это сплошная равнина. Так, друзья, теперь у нас квест, который у нас случается очень часто. Сейчас мы будем пытаться понять на вьетнамском языке, сколько стоит подъем на эту гору. Все на вьетнамском, много разных расценок, цен. Итак, сейчас мы переводим, потому что общение очень затруднено. Девушки говорят на вьетнамском, а мы говорим на русском. Соответственно, мы сейчас через переводчик все переводим и пытаемся понять, сколько стоит билет будет. Итак, мы выяснили, значит, здесь есть две канатные дороги. Одна из них ведет на вершину горы, а вторая ведет к храму. Мы будем брать билеты на обе канатные дороги и снимать для вас видосы. Итак, друзья, есть два способа подняться на вершину этой горы. Первый способ для любителей пеших прогулок. Подъем ножками наверх на высоту 1 километр над уровнем моря. По жаре это, я думаю, не очень хорошая затея. В принципе, как и в сезон дождей, потому что камни намокают, становится скользко и подниматься вообще сложно. Но для любителей, я думаю, нормально зайдет. Второй вариант — подняться наверх на канатной дороге. Канатных дорог тут две. Вот у меня за спиной можно видеть одну из них. Первая канатная дорога ведет на вершину горы, вторая канатная дорога ведет к храму, очень интересному храму, храмовому комплексу. Перед тем, как поехать сюда, друзья, я очень много читал в интернете информации, и в интернете информации вообще нет никакой абсолютно. То есть непонятно, как сюда добраться, непонятно, сколько что стоит, непонятно, вообще ничего непонятно. Про видео я вообще молчу, поэтому мы и поехали снимать этот видос, чтобы, если вы в будущем захотите сюда приехать самостоятельно, вы смогли это сделать легко. Итак, друзья, заходим, заходим, заходим. Подходим к первой канатной дороге. Жуткий ветер, надеюсь, вам в кадре это не будет никак отражаться. Подходим к первой канатке, сейчас будем погружаться и понесемся на вершину горы. Вот здесь, друзья, у нас вход. Мы поднимаемся дальше. Вот, молодой человек нас подзывает. Hello, thank you. Идем в сторону подъемника. Здесь все очень интересно так организовано. Вот я внутри, мы внутри. Девушка нам помахала, говорит, до свидания. В общем, в кабинке мы вдвоем, а мы очень любим, когда мы в кабинке вдвоем, когда никто в нас не трется и никто нас не трогает. Поднимаемся наверх. Кабинки очень быстро едут и очень красивые виды вокруг. Сейчас я расскажу вам, почему эту гору называют Черной Леди. Есть две версии, почему ее так называют. Первая версия — химерская богиня,
когда-то давным-давно спустилась с неба и наступила ногой на эту гору. Потому что эта гора, она здесь единственная такая огромная, то есть богине было проще так спуститься. Как раз таки это имя этой богини переводится как «Черная леди». Это первая теория. Вторая теория, почему назвали эту гору «Черная леди» — история любви, которая закончилась плохо, увы. А молодая девушка не пережила измены своего мужа, пришла на эту гору и покончила жизнь самоубийством. Соответственно, поэтому и назвали «Черная леди». Какую из этих теорий верить, выбирайте сами. Друзья, что хочу сказать по поводу кабинок. Кабинки, как вы видите, очень комфортные. Все аккуратненько, чистенько. Окна чуть-чуть заляпаны, но в принципе не страшно. Извиняюсь. Самое главное, что эти окна затонированы, и благодаря этому кабинка не нагревается. Едешь комфортно, все проветривается, слушаешь приятную музычку и просто кайфуешь. Стоимость подъема наверх, спуска вниз на двух канатных дорогах на одного человека обходится 400 тысяч донгов. На наши деньги это примерно 1000 рублей с копейками. Но за такой подъем в такой классной кабинке с музычкой это прям задарма. Кабинки крутые, ультрасовременные. Такие виды открываются Так, друзья, производим выгрузку. Итак, друзья, сразу же выйдя из кабинки, мы попали на панорамное кафе. Смотрите, какая красота. Вот сама канатка, по которой мы сейчас поднимались, очень высокая. Мы на высоте, сейчас находимся 1 километр над уровнем моря. Ну а дальше, друзья, мы выходим из фуникулера со станции и попадаем вот в такую красоту. Смотрите. Милашки. Тут, друзья, сразу нас на входе встречают вот такие миловидные улитки из цветов. Ну а мы продолжаем исследовать гору, которая называется Черная Леди. Повторюсь, это потухший вулкан и самая высокая гора во всем в Южном Вьетнаме. Ну а здесь сверху очень много зелени, всякие разные сердечки, павлинчики, вьетнамцы. Тут такая смотровая площадочка, отметочка написано 986 метров над уровнем моря. И девушка сидит, охраняет, чтобы не утащили эту отметку. Дальше, друзья, подходим к краю смотровой площадочки и открывается просто бомбовский вид, друзья, бомба, не иначе. Подъем на самую высокую точку Южного Вьетнама составил у нас, на секундочку, всего лишь 7 минут. А могло бы составить 7 дней, если бы мы поперлись пешком. Но мы люди разумные, слава богу, мы уже этот возраст прошли, когда мы пешком ползали километры в горы. И теперь мы поднимаемся на транспортах. Можно так сказать. Ну а сверху, друзья, невероятная красота и каждый уголок место для фотосессии. Будем сегодня фотосессить? Как без фотосессии, да? Ну а чем это место еще привлекательно? Тем, что здесь вообще нет туристов. Мы тут единственные туристы. В основном отдыхают здесь только местные. Туристов нульц, вообще нульц. На нас смотрят здесь все с таким удивлением и интересом. И это интересно для нас тоже. Вот, друзья, смотрите, такая красота здесь сверху. Гуляешь, кайфуешь, смотришь. Воздух просто вообще чистейший. А еще очень круто, что мы сюда поднялись в безоблачный день. Потому что виды вокруг. Посмотрите. Вот, а там, друзья, огромное озеро. Просто невероятных размеров.
Я смотрел, видел его на карте, не знаю, что за озеро. Мы туда не поедем, потому что мы просто не успеем все это заснять, съездить и вернуться обратно в Хошимин. Повсюду, друзья, вот такие цветочки красивые, всякие ящерки, украшения. Вот подошли мы, друзья, ко входу в храм. Берем аромапалочку и обязательно ее зажигаем. Ну и ставим на алтарик. А тут, друзья, у нас такая арочка красивая из цветов в виде сердечек. Вот посмотрите. Все здесь фотографируются, потому что место реально очень красивое. Вот девушка стоит, фотографируется в маске почему-то. Тайная фотосессия. Ну а на вершине горы Черная Леди повсюду есть кафешки. Поэтому, если вам будет жарко, вы можете посидеть, покушать мороженку, выпить какую-нибудь сачку и отдохнуть, расслабиться и охладиться. Посмотрите, какая прелесть. Сколько цветов. Ну а тут, друзья, самое фотографируемое место. Это отметка в 986 метров. Самая высокая точка. Итак, друзья, Аню опять поймали. И опять устраивают с ней фотосессии. А я никому не нужен, потому что я бородатый и некрасивый. Поэтому со мной никто не фоткается. Увы. Пока вам виды покажу. Смотрите, какая красота. Ну а вдоволь нагулявшись по самой высокой точке горы Черная Леди, мы отправляемся на подъемнике вниз и пойдем исследовать гору дальше на других подъемниках. Итак, друзья, идем на вторую канатную дорогу. Вход через один зал производится на обе канатные дороги. Hello. Вот у нас вторая канаточка. Сейчас мы ждем кабинку, в которой не будет людей, чтобы ехать тоже вдвоем. Вот наша кабиночка. Продолжаем путешествовать и изучать гору Черная Леди. А вы вместе с нами продолжайте исследовать и изучать. Итак, друзья, приехали на вторую станцию. Сейчас посмотрим, что нас ждет за пределами подъемников. Выходим на улицу, друзья. Уже вижу указатели. Сейчас подойдем, посмотрим. Вот, кстати, эта станция, на которую только что нас привез подъемник. Огромная, высокая. Так, а тут, друзья, у нас указатели. По пути встречает пагода очень красивая. Посмотрите. Эта пагода есть на различных открытках, магнитиках и так далее. Все, что здесь продается по сувенирке. Огромный здесь колокол. Посмотрите, какой большой. Под колоколом сидит охранник. И я думаю, что если долбануть в колокол, то у охранника лопнут перепонки. А вот, друзья, вершина горы Черная Леди, где мы только что были, для вас снимали потрясающие виды. Друзья, туристический аттракцион. Платишь бабосики, тебе дают птичку, и ты его пускаешь на волю. Вот такие несчастные птички. Я бы, честно говоря, всех отпустил. Так, вот нам показывают за одну птичку 20 тысяч донг. Бедненькая ты, поймали тебя. Ну давай, живи, надеюсь, что больше не попадешься. Лети. Друзья, продолжаем вершить добрые дела и отпускаем птичек на волю. Надеюсь, что эти живодеры больше этих птичек не поймают бедных, несчастных. Очень жалко, что нельзя отпустить всех. Они такие маленькие, такие бедненькие, замученные. Ну ладно, хотя бы двоих отпустим. И то хорошо. Очень крутая лестница ведет наверх. Подниматься сложновато. Продолжаем, друзья, подниматься наверх. И тут мы видим такой огромный сад. Гамаков. Вы когда-нибудь видели, как гамаки растут в природе? Вот так они растут. Вот такой, друзья, оригинальный сад из гамаков. Если вы притомились, устали, хотите отдохнуть, заваливайтесь в гамачок и отдыхайте.
Все просто. Друзья, ну все понятно, почему тут так много гамаков. Все потому, что здесь сверху находится огромная статуя лежащего Будды. Будда лежит, и ты тоже можешь прийти и в гамачке спокойно себе полежать. Вот так, друзья, мотайте на ус. Донг Куа Чуа Хоа Донг через 80 метров. Что бы это ни значило. Повсюду вот такие дорожки интересные очень. Вот посмотрите, здесь такие огромные валуны. И посмотрите, какой вид открывается. Красота. Только ради видов, друзья, сюда стоит приехать. Конечно, дорога непростая, нелегкая. Я думаю, что если вы соберетесь сюда, лучше это, скорее всего, делать в составе туристической группы какой-нибудь, если такие сюда вообще ходят. Но самостоятельно на байке, конечно, сложновато. Но если мы смогли, почему вы не сможете? Все в ваших руках. Главное, выспаться хорошо. Чувак босиком бежит, наверное, где-то обувь у него отняли хулиганы. Надеюсь, мы сейчас на этих хулиганов не нарвемся. Не хочу с хулиганами общаться. Вот там, друзья, вдалеке видно озеро, которое я сверху показывал. Очень большое, очень живописное, красивое. Такой вид вообще просто бомбезный. Вы только взгляните. Шли и подошли к какому-то храму. Одному из многих, которые здесь находятся. Вот тут, друзья, лесенка наверх идет. И сверху я вижу там традиционное место для подношений. Здесь такая пагода интересная, очень красивая тоже. Есть местечки, где можно посидеть, отдохнуть. Вот такие виды здесь невероятные. Очень красиво все. Итак, друзья, зашел я в пагоду, чтобы чуть-чуть для вас поснимать. Синьтяо. Но случилась у меня беда одна, друзья. У меня порвался носок. Вот видите? Мне из-за этого немножко некомфортно и стыдно. Но я продолжаю снимать для вас. Интересный факт, друзья, на этой дорожке, по которой мы спускаемся вниз, только мы вдвоем, никого больше нет. А это может означать одно из двух. Либо там снизу ничего нет, и мы сейчас зря спускаемся вниз. Либо там что-то есть очень интересное, но туда никто не доходит, и мы там будем одни единственные и поснимаем эксклюзивчик для вас. Я спускаюсь вниз, изучаю, что там, Аня будет ждать здесь. А вы вместе со мной отправляемся вниз, посмотрим, что там. Такая вот дорога ведет вниз, смотрите, какая очень крутые ступеньки. Все украшено флажками. Посмотрим, друзья, что там снизу ждет. А снизу у нас, друзья, пагода, которая находится в пещере. Вот видите, такой вход в пещеру, а внутри находится пагода. Сейчас поснимаю для вас. А внутри, друзья, тишина и спокойствие, умиротворение. Нахожусь я в пещере. В этой пещере устроена пагода вот такая. Очень аккуратненькая, маленькая. И очень приятненько. А вот там, друзья, сверху лежащий Будда, около которого мы только что были, снимали вам. Мы вернулись на главную площадь. Так, друзья, начинается служба. Вот уже стоит монах, приготовился бить в колокол. Сейчас попробуем это все дело поснимать. Итак, друзья, в сопровождении военного человека мы идем к еще одному интересному месту. Он нам согласился показать, где это находится. Сейчас все увидите. Тут, друзья, по пути еще одна пагода, такая тоже интересная, красивая, нас встречает. Посмотрите. Но мы с товарищем военным, сквозняком, пролетаем мимо к еще одному очень интересному месту. А то место, которое мы очень хотели показать и поснимать, это скоростной спуск на санях с горы. Так, билетики, и проходим. Вот, посмотрите,
такая крутейшая трасса. Смотрите. И вот там снизу тоже проходят рельсы. То есть там такой винтовой спуск. И туда вниз уходит. Окей, садимся. Так. Синьчао. В общем, друзья, спустились мы вниз на таких гоночных болидах, на санях. Как тебе понравилось ощущение? Вообще просто нереально. Мы первый раз попробовали прокатиться, и реально сравнимо с американскими горками, но только ты несешься вниз с горы на очень большой скорости. Такую скоростуху там разгоняешь, просто летишь как Бэтмен, как пуля. Давишь на полную. Вот, ощущение офигительное. Вообще невероятное ощущение. Только ради вот этих саней скоростных, спуска с горы, стоит сюда приехать. Кроме этого, здесь еще много всего интересного. Обязательно сюда всем. По поводу этих скоростных саней, на которых мы только что спускались с горы сверху вниз. Не надо бояться, что вы впесочитесь впереди едущего вас человека. Дело в том, что на санях на этих предусмотрена система торможения. И когда ты едешь, спереди человек притормаживает, твои сани автоматически притормаживают. Поэтому, чтобы тебе набрать побольше скорости, если ты захочешь, как делал я, впереди человек, который едет, его подальше подотпускаешь, притормаживаешь, и потом просто полный газ и летишь вообще в поворотах, прям класс ощущения. Лайфхакушка, ловите. Приезжайте сюда, поднимаетесь на гору Черная Леди по таким билетикам. Когда вы поднимаетесь вверх, у вас билеты не забирают. Забирают только, когда спускаетесь вниз. Мы поднялись наверх, погуляли, спустились вниз на скоростных санях. Затем мы сейчас еще раз по этим же билетам на подъемнике поднимаемся наверх, потом еще раз спустимся. По этим билетам можно на подъемнике прокатиться минимум 3 раза, а максимум бесконечно. Кстати, спуск на санях, на которых мы спускались, тоже платный. Стоит 90 тысяч донгов на одного человека. Это примерно 250 рублей. Но кайф вы получаете там такой просто нереальный. 250 рублей – это просто копейки за такой нереальный спуск, за бурю эмоций. В общем, друзья, еще один лайфхакчик. Когда вы выходите на станции подъемника и спускаетесь по всем ленточкам, там все вниз спускаетесь, вы оказываетесь вот там внизу в самом. И чтобы подняться вот сюда, к этому храму наверх, вам нужно штопать вот по этой лестнице хреновую тучу ступенек. И при этом желательно не умереть. Чтобы вот это все не преодолевать пешком, вот здесь сбоку есть выход, через него выходите и оказываетесь сразу у храма. Здесь сверху, друзья, мы видим обезьян. А что мы знаем про обезьян? Они очень наглые. Они отнимают у туристов вещи, шапки, телефоны, камеры и все остальное. Поэтому все держим при себе, с обезьянами стараемся не контактировать, потому что это кровожадные животные, хоть с виду они такие миленькие. В общем-то, друзья, еще одна пагода здесь сверху, тоже очень так все колоритно, очень интересно. Смотрите, тут между камней тоже какие-то алтари находятся, то есть здесь молятся. Очень много прихожан, сейчас начнется служба. Но, к сожалению, мы не остаемся на службу, нам надо двигать в путь, потому что время уже много. Причем некоторые поднимаются на подъемниках, а некоторые поднимаются пешкарем. Ну, в общем-то, друзья, все, мы погуляли, покатались, посмотрели и уже уезжаем отсюда. Девушка недоумевает, почему мы только что поднялись и уже уезжаем. На самом деле, друзья, здесь еще очень много различных пагод, очень много мест, где можно погулять. Но, к сожалению, на все время у нас не хватает. Нам надо еще успеть и доехать, и для вас еще что-нибудь поснимать. Поэтому
отправляемся в путь. Ну а что касательно посещения горы Черная Леди, если вы у меня спросите, стоит или нет, то я вам скажу, на 1000% стоит. Реально очень интересно, очень познавательно. Красивые виды, сани скоростные, на которых можно спуститься с горы, тоже вообще просто бомба. Друзья, приезжайте, катайтесь на подъемниках, на санях, кайфуйте, живите и наслаждайтесь. Это вообще невероятно. Смотрите, мы встретили. Здесь очень плохо видно. Но вот помните, в первом выпуске у нас ребята фотографировали сани. Представляете, на горе Черная Леди мы встретили этого парня, который один из них. Это наш друг. Мы его встретили совершенно там, где даже не предполагали, что такое возможно. Подбежал и такой показывает. Он работает здесь. Да, он работает на горе Черная Леди, здесь рядом. Он к нам подбегает, вы думаете, что такое? Он показывает эту фотографию, на которой он со своими друзьями. Из нашего первого выпуска. Вообще, просто шок. Шок. Мы вообще в шоке. Вот парень, который подбежал, это из нашего первого выпуска. Он фоткался, ну их там была группа, фоткали сани. Даже на превьюшке у первого выпуска они есть. И он нас узнал. Мы находимся сейчас за 120 километров от того места, где снималось видео то. Он нас узнал, подбежал, еще раз фоткались. Вот такое бывает. Друзья, а еще одно место, которое мы хотим вам показать, это храмовый комплекс религии Хао Дай. Это самая молодая из ныне существующих и официально признанных религий в мире. Название Хао Дай переводится как «большой глаз». Религия эта появилась совсем недавно, в 1926 году. Появилась она каким образом? Очень необычным. Француз, один из французов, который работал в администрации, выйдя на пенсию, пошел в горы достигать просветления, скажем так. Когда он находился в горах и достигал просветления, ему явилась сущность, которая называется Хао Дай, как раз таки большой глаз. И эта сущность, она объяснила ему, что неважно, кто твое божество, в кого ты веришь, за кем ты следуешь по жизни, Бог для всех един. И суть этой религии именно в том, что она объединяет в себе все другие религии. То есть она учит тому, что неважно, кто твой Бог, кому ты поклоняешься, ты можешь поклоняться кому угодно и быть приверженцем этой религии. Суть в том, что начало Бог, Он един. Так учит эта религия. Я считаю, это хорошее учение. Ну а сейчас, друзья, мы находимся на территории самого крупного в мире храмового комплекса религии Хао Дай. Посмотрите, этот храм, он очень огромный, и он самый крупный храм этой религии. Кстати, у этой религии насчитывается порядка 12 миллионов последователей только в одном Вьетнаме. Я думаю, по всему миру тоже очень много последователей. Друзья, внутри прям, я буду потише говорить, потому что здесь прямо люди сейчас молятся. Внутри потрясающая просто красота. Посмотрите, такие колонны огромные, розовые, с драконами, очень красиво украшенные. Повсюду вы можете видеть как раз-таки большой глаз в треугольнике. Хао Дай. Потолок очень красивый, голубой, со звездочками. Реально очень необычно. Я в таком храме никогда в жизни не был. С позолотой. Огромные стулья красивые. Какие драконы. Смотрите, на колоннах вообще класс просто. Снимать вроде как разрешают, но я буду говорить тихо, чтобы никому не мешать. И сам Хао Дай. Видите, огромная планета Земля, вот наша, посередине огромный глаз. Это и есть Хао Дай. Божество, которое объединяет в себе всех божеств из разных религий. Все в этом храме, все божества, все боги, все объединяются воедино и представляют из себя Хао Дай. Очень интересно, друзья, что эта религия очень быстро начала набирать обороты. И с 1926 года уже более 12 миллионов приверженцев у этой религии. И это, друзья, никакая не секта, это реальная религия. То есть это не что-то такое, да, что там принеси телевизор, принеси там пианино, нам пожертвуй. Здесь такого нет, здесь никто с тебя не требует никаких пожертвований, ничего. То есть приходишь, молишься. В общем, друзья, очень интересный храм, очень интересное место. Если поедете вдруг в сторону горы Черная Леди, обязательно сюда заезжайте. Это находится недалеко. Очень интересно. Причем, смотрите, даже на территорию никто в тапках не заходит, в обуви. Всю обувь оставляют вот здесь, у поребрика. Дальше никто не заходит. Если вам интересно, почитайте, что такое Хао Дай.
что это за религия, что из себя представляет. Я почитал, интересно, реально интересно. Но так как это религия и тема религиозная, соответственно, я это видео не буду затрагивать, чтобы никого не задеть, никого не обидеть. И... Ну, в общем, вы поняли. Храм классный, очень красивый, живописный, внутри безумная красота. Обязательно стоит зайти вовнутрь, посмотреть все и увидеть своими глазами. Такой, друзья, интересный храм, и очень красивый, очень такой увлекательный, скажем так. Перед самим храмом, перед храмовым комплексом огромная площадь, посмотрите, огромная. Здесь стела большая, да, и там газончики, детишки резвятся, здесь какие-то павильончики. Мы уже их не будем рассматривать, обсматривать и снимать, потому что время уже поздно, солнце садится, нам еще ехать 100 с лишним километров, поэтому сворачиваем удочки, друзья. А еще, друзья, мы прикупили для вас вот такие прикольные открыточки с храмом Каотай. А купили мы эти открыточки на горе Черная Леди, поэтому это такой двойной сувенирчик. Обязательно разыграем, кому-нибудь отправим. Come on! Что в переводе с вьетнамского языка означает спасибо. А спасибо вам, друзья, за то, что посмотрели этот выпуск. Я надеюсь, что вам выпуск понравился, как и другие выпуски, которые мы записываем и снимаем для вас. Я надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, что это было познавательно. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Это все, что нам нужно, друзья. Такая маленькая-маленькая благодарность за нашу работу, которую мы делаем для того, чтобы вы могли окунуться в этот невероятный мир. Друзья, спасибо, что смотрели нас. Мы вас любим. Лайк, не мир. Пока. Друзья, прикол у нас очередной. У нас опять байк накрылся. Мы ехали. У него опять зажигание отвалилось. Свет отвалилось. Клаксон ничего не работает. И, соответственно, не работает ни спидометр, ни показатель топлива. Ехали мы, ехали, и тупо он перестал ехать. И все. И мы сейчас встали около какой-то кафешки. Хозяин нам налил даже что-то попить. И отправил свою жену. Его жена уехала за бензином на заправку. Представляете? Такое когда-нибудь видели? Ну, короче, мы, как всегда, в своем стиле, а местные нам помогают, за что им прям реально огромное спасибо. Жена владельца кафе съездила для нас на заправку, купила бензина. Вот, посмотрите. Это прям реально, то есть это не подстава, ничего. Я надеюсь, что все дело в бензине на самом деле, что у нас не просто мотик сломался, потому что он как-то, ну, постоянно что-то глючит. Если он совсем накрылся, то это будет хреново. Надеюсь, дело все-таки в бензине. Сейчас проверим. Все, друзья, поход на этот раз мы приехали. Мотик не заводится, нам до дома еще 60 километров. Не знаю, как мы сейчас будем из этого всего вылазить. Вот этот человек добрый, который нас спас. Вот это хозяин кафешки. Все, мотик завелся. Он подошел, я хотел ему показать, типа, ну, что может он разбирается в них. Еще раз попробовал, мотик завелся, все супер. Походу бенз прокачался, все отлично прям вообще. Человек вообще супер, спас нас. Человек нас спас, и мы не можем его за это не отблагодарить. Водка, Russian водка, водка. 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 Thank you. Все, come on. Да, я сказал, написал там, что это сувениры из России. Русская водка и русская матрешка, сувениры. Это им благодарность за наше спасение.